Здравствуйте. 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 Тема следующей лекции, 13-й лекции. Численное интегрирование дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. Ну, сначала о понятии дифференциальных уравнений. Еще раз повторим. Потом переходим к численному интегрированию дифференциальных уравнений. 13.1. Задачи, приводящие к понятию дифференциального уравнения. Теорема о существовании и единственности решения. Задача Каши. Определение. Дифференциальным уравнением называется уравнение, связывающее независимые переменные, их функцию и производные или дифференциалы этой функции. Если независимая переменная одна, то уравнение называется обыкновенным. Рассмотрим обыкновение дифференциальное уравнение первого порядка, то есть f сколько x, y, y равно нулю. Это первый вид, называется неявном виде, или явном виде y равно f x, y. Формула 13.1. Решением дифференциального уравнения называется такая дифференцируемая функция y равно φx, которая при подстановке уравнения вместо неизвестной функции обращает его в тождество. В процессе нахождения решения дифференциального уравнения называется интегрированием дифференциального уравнения. Интегрированием дифференциального уравнения. Общим решением дифференциального уравнения первого порядка
y' равно fx, y, то есть 3 на обставим формула. В области, да, называется функция y равно фи x с аргументом. Формула 13.2. Обладающая следующими свойствами. Первый. Она является решением одного уравнения при любых значениях произвольной постоянной c. Второе. Для любого начального условия y(x0) равно y0, то есть формула 13.3 такого, что x0, y0 координаты из области D существует единственное значение с равно с 0, при котором решение y равно фи x с 0 удовлетворяет заданному начальному условию. Всякие решения y равно фи x с 0, то есть формула 13.4, получающаяся из общего уравнения y равно фи x, да, при конкретном значении с равно с 0, называется частным решением. Задача, у которой требуется найти частное решение уравнения y' равно fxy, удовлетворяющие начальному условию y(x0) равно y0, называется задачей Каши. Построенный на плоскости xy график всякого решения y равно φx дифференциального уравнения называется интегральной кривой этой уравнения. Итак, y равно φx есть семейство интегральных кривых. То есть параллельные графики получится. Это зависит от значения c. Если c нулю равно, тогда y равно φx. А если c равно одному, значит параллельный график этой графику. И так далее. Теорема. Эта теорема называется теоремой Каши. Если функция fxy непрерывна и имеет непрерывную производную df под y области d, то решение дифференциального уравнения y' равно fxy, то есть 13.1, при начальном условии yx0 равно y0, то есть формула 13.3 существует и единственное. То есть через точку с координатами x0, y0 проходит единственная интегральная кривая данного уравнения. Вот основные понятия дифференциального уравнения
первого порядка. Сначала надо дифференциальные уравнения найти, общее решение. Эта формула у нас 13.2 общего решения. Там содержится С. После нахождения общего решения, если условия задачи заданы в начале условий, тогда мы можем использовать формулу 13.3. И применяя эту формулу 13.2, можем определить с нулевой значение, которое удовлетворяет условию 13.3. Таким образом, мы находим частные решения заданного дифференциального уравнения. Это и есть 13.4 формула. От общего решения нахождение с помощью начальных условий частного решения называется задача график. И график. График покрывая, если имеет конкретное значение, получится на график единственное. Если С не определено, тогда семейство интегральных кривых, параллельных графиков, полоса получится. Таким образом мы определяем дифференциального уравнения. Дальше. Дифференциальные уравнения разобрались. 13.2. Метод Эйлера. То есть для дифференциального уравнения. Дифференциальное уравнение Y' равно Fx, то есть 13.1, определяет на плоскости так называемое поле направлений. То есть в каждой точке плоскости, в которой существует функция fx, y, задает направление интегральной кривой уравнения, проходящей через эту точку. Пусть требуется решить задачу Каши, то есть найти решение уравнения y' равно fxy, удовлетворяющие начальному условию y равно, а yx0 равно y0. Только что мы это рассматривали. Общее решение надо найти, потом с помощью начального условия можно найти частное решение. Для этого разделим отрезок x0, x на главный, на n равных частей. И положим x на главный минус x0 в скобке делено на n равно на h. h – шаг изменения аргумента в заданном интервале. Допустим, что внутри элементарного промежутка от x0 до x0 плюс h функция y' сохраняет постоянное значение fx0, y0. Тогда y1 минус y0 приближенно равно h умноженное fx0, y0.
где Y1 значение искомой функции, соответствующее значению x1 равно x0 плюс h. Отсюда получаем y1 приближенно равно y0 плюс h умноженное fx0 y0. Повторяя эту операцию, получим последовательные значения функции. Ну, для y1 уже я показывал. То есть приближенно равно y0 плюс h fx0 y0. y2 приближенно равно y1 плюс h fx1 y1. y3 приближенно равно y2 плюс h умножено fx2 y2. И так далее. Yk плюс 1 приближенно равно yk плюс h умноженное fxk yk. Таким образом, можно приближенно построить интегральную кривую в виде ломаной с вершинами mk с координатами xk и yk, где xk плюс 1 равно xk плюс дельта xk, yk плюс 1 равно yk плюс h fxk yk. Этот метод называется методом ломаных Эйлера или просто методом Эйлера. Вот основной суд для решения дифференциального уравнения метода Эйлера. Для решения задачи нам должны задаваться, что функция, естественно, и дифференциальное уравнение, и интервал, и деление интервала, или просто шаг. Воспользуйся формулой вот yk плюс 1 приближенно равно yk плюс h умноженное fxk yk, мы можем составить программу. Это в общей форме считается последним. Формулу можно составить. Программу можно составить. Excel можем составить. И C++ Builder. Но консольную форму можно составить. Или в виде проекта можно составить. Потом можно было использовать дальнейшие другие дифференциальные уравнения такого вида, то есть первого порядка. Ну, мы здесь на этом лекции рассматриваем дифференциальные уравнения первого порядка. Пример, давайте рассмотрим слайд. Как решается этот пример? Используя методы Эйлера, найти значение функции Y, определяемой дифференциальным уравнением Y' равно Y минус X деленное Y плюс X. При начальном условии y0 равно 1. Вот шаг указан тут. Шаг
h равно 0,1. И ограничиться отысканием первых четырех значений y. Решение. Находим последовательные значения аргумента. Так, четыре значения нам нужны. Нулевой нулю равно от начальных условий. Дальше с помощью h находим следующее. 0 плюс h. 0,1 выходит x1. x2. На x1 прибавляем h. 0,2 выходит. x3. На x2 прибавляем h. x3 выходит. Вот по этой формуле. Где дельта x, это есть h. Таким образом, я определяю для x, x0, x1, x2, x3. Четыре значения. Вычислим соответствующие значения искомой функции. Y1 равно y0 плюс h, fx0, y0. Так, подставляем. Y0 одному равно начальному условию. Плюс 0,1 это h. Умноженное 1 минус 0. То есть y1 минус x1. Y1 одному равно, x1 0 равно. И делен от формулы. 1 плюс 0. В результате мы получаем 1, 1. То есть 1,1. Y2. Y1 плюс h, fx1, y1. Так равно. Вместо y1 найдено значение, то есть 1,1. Плюс дальше по формуле. 0,1 это h. В скобке 1, 1 это y1. Минус. Минус 0,1 это h. И делено скобка 1, 1 плюс и 0,1 опять h. Равно. Так, будет 1,183. То есть здесь h вместо h можно взять x1. X1 у нас же будет вот 0,1. Дальше третье значение. Y3 равно y2 плюс h f x2 y2. Это формула. И туда подставляем. Вместо y2 только что найденное значение, то есть 1,183 тысячных плюс h 0,1 умножено в скобке y2 опять 1,183 тысячных минус x2 0,2 деленное в скобке y2, то есть 1,183 тысячных плюс x2, 0,2. В результате деления получаем 1,254 тысячных. И последнее четвертое значение. Y4 равно y3 плюс h fx3 y3 равно. Вместо y3 найденное значение только что, то есть 1,254 тысячных плюс умножено h 0,1 в скобке y3, то есть 1,000
254 тысячи минус x3, 0,3. Деленное в скобке y3 1,254 тысячи плюс x3. В результате получим 1,315 тысячи. Вот на этом процесс вычисления заканчивается. Теперь это решение удобно оформить в виде таблицы. Таким образом, получаем таблицу x0, y1, это начальное условие, x0,1, 0,2, 0,3, 0,4, только что мы находили. Дальше. Y в 0,1, 0,1, 1,1, вот y1. 0,2, 1, 18 сотых. Уже округленные последние цифры. И x0,3, соответственно, 1,25 сотых. Четвертую округление. И 0,4x, соответственно, 1,31. Пятерку округляем. Но здесь ошибка, если пятерку округляем, единица прибавляется. Два должно быть. А я с меньшими взяли. Вот таким образом мы дифференциального уравнения заданного начальным условием с помощью шаги определили решение первичного значения. Извините, а можно спросить? Можно. Вот получается, когда мы находим y4, там у нас поставляется y3, то есть это 0,3. А почему в таблице мы пишем 0,4? А, вот, уже пятый, наверное. Здесь 0,2, 0,1, 0,3. Вот четыре значения, и пятый нашли тут. А здесь нет пятого у нас. А нет, есть пятый. Все правильно. Но здесь одного пропущено. Х5 надо было найти. Он по... С нуля начинается, поэтому здесь сдвиг идет так. А вот в самом уравнении получается y4, мы там подставляем y3 значение. Да. А ответ выходит, получается, 1,31 сотая. Это получается правильно, что x3, или надо x4, 0,4 поставлять, или как? Не-не-не-не. Все правильно. Еще вопрос? Вопросов больше нет. Да. Да, это обычное решение ручное. А нам нужен вексель и значит, решили с правилами. Ну, здесь на практике рассмотрим. И задачи я хотел сейчас показать, как программа пишется. Вот общие формулы, которые я показывал. Для x и для y плюс 1. X плюс 1, y плюс 1. Общая формула. Здесь рассматривается задача пример для. Решит методом Эйлера дифференциального уравнения y' равно 3 синус 2y плюс x с начальным условием y0 равно 2 на отрезке 0,1 с шагом h0,1. Вот составление программы на C++ Visual, где составлено.
Ну, это на буллере тоже работает эта визуал. Понадобится DirecTV. Это нам известные DirecTV. Каде тоже известные DirecTV. Инкуля К-матч. Да? Нет, все по-нормально. Это когда комплексные корни появляются, тогда каш пишется. Матч. И строим это сдвиг пока. Поток. Сдвиг. И здесь вот эту фразу обязательно. Дальше определяем функцию. Ев аргументом x, y. И пишем return самой функции заданной. Дальше. Это до функции main. Main пишем a, v, h и n, как определяется. X как массив, y как массив. Определяю из 10 элементов. Массив всегда с нуля начинается. X 0 назначим A. A 0 равно. Потом. Y 0 назначим 2. Дальше. Вот здесь идет цикл for. И от не от одного, от нуля, да, важно. И посчитает x сначала, потом значение функцию. Ну, я здесь программу проверю только что. Но здесь такой запись не очень хорошо принимается. Поэтому, где x считает, вот на второй форме надо поставить вот здесь x, значение x сюда. И значение y как функцию, вот следующую форму. А это можно убрать. Или можно просто неактивно сделать. Далее. Видя таблицу, печатает на экране. Код это печат означает. X печатаю. И каждый раз меняется. С нуля до 10 меняется. Это означает. Тут я между ними проверю и посчитает значение X. И коротко переходит на новую строку. Ender означает коротко переводить. Здесь еще одна строка пропущена. Это простой оператор, безусловный оператор. Следующее, посчитайте значение функции, точно так же, соответствующее, и начинается с нуля до 10. И также порядка переводит. Это пустой оператор, это системный оператор, гейдж функция, которую мы рассматривали, и опять пустой оператор, чтобы пропустить. Результат программы должен быть вот такой. Результат. X0 должно быть равно нулю. Здесь выходит, это последнее значение считайте. И это десятое значение. Поэтому здесь 0 должно быть. То есть X0 до единицы. Это интервал. Шаг 0,1. Y начинается с 2. Вот. И дальше уходит. До 10. А это системный оператор, этот, который паузы. Показывает, что для продолжения нажимаете любую клавишу, чтобы идти с программой.
Таким образом мы находим решение дифференциального уравнения. Первого порядка. А если есть вопросы, пожалуйста. А вот вы говорите, что где x 0 должно быть 0, значит в коде какая-то ошибка или как? Да. Если выдала. Да. Это надо только что я показывал. Вот это первый порт надо сделать активно, неактивно. И это значение, вот это значение x. Сюда надо поставить. И значение функции и на следующий надо поставить. Тогда вот посчитай правильно. А так группированный он что-то плохо считает. Все хорошо. Еще вопрос? Вопросов больше нет пока. Ну, на Excel теперь надо составить программу. Это на C++. Если хотите это сдвигать и использовать, тогда вы можете здесь из стрима убрать. И принтеп можно использовать. Ничего не вводим, поэтому только принтеф используем. Два раза принтеф. Вместо пустых операторов тоже можно принтеф использовать. Это получается end1, это новая строка? Да. Каретка переходит, то есть курсор переходит на новую строку. А можно не писать тогда, когда курсор остается на том месте, где остановились. Лучше ендер включить, тогда курсор переходит на следующую строку. Это программа называется поток. Направление потока. А для ввода кин используют. Это направление потока наоборот. Не использовали сканет, принтер. Так, здесь подводим немножко. Еще вопросы? Вопросов нет. Оскарбек, молча сидишь. У меня тоже вопросов нет. Я тебе вопрос и отправил? Экзамен. Оскарбек. Да, по WhatsApp отправили вроде бы. И задание тоже. Приходило. А, задание тоже, да? Да. Хорошо, надо готовиться к экзамену. Еще эту лекцию сможете, да, отправить нам? Конечно. Еще вопрос по дифференциальному уровню. А вот вверх, пожалуйста, поднимите вот на вот этой таблице. Таблица? Да. Так. Вот получается у нас x равен нулю, то есть мы находим y1 по x нулю, правильно? Да, здесь вот это считается начальной условием.
Вот отсюда начинается первый решение, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Но 0,4 мы здесь записали для четвертого, но здесь не используется. 0,4 только используется на игр пятый. А здесь мы используем 0,3 только. Вот где мы используем 0,3, там получается у нас значение равно 1,31. Это разве за место 1,25 не надо писать? Нет, это на 0,3 пишется. 0,3 используется на следующее значение игрока. А если мы хотим вместо 0,3 поставить вот сюда, записать значение, тогда мы должны использовать 0,2 перед идущим.